Ну что ж, дамы и господа, всем привет, с вами, как обычно, Дмитрий, мы продолжаем гонять футбол менеджер 18. Гаша против Испаши. Замотивировали трех человек. И поехали. Рауш. Магата. Кыгвахаль. Ой, я чуть не офигел, что тут. Чуть гол не забили. Казалось даже. Какой он выносит? Иску. Куин, Смолов. Смолов, давай начинай атаку. Ни хрена подобного. Атаку никто начинать не будет. Рауш. Загоев, Кокорин. И на Дехию. С реализацией вообще дичь. У нас давненько творится. Магату упустили. Хотя мы сломали Роберто. Сейчас посмотрим, может что-то и получится. Рауш. Ерохин. Сенсио. Ищко. Таганов, Кузяев, Загоев. Кузяев, Рауш. Смолов, Кокорин. А все. Вот и вся атака. Спиликуэта, Асенсио. Иско. Иньеста, Кузяев, Кокорин. На Смолова. Ерохин. Пенальти. Ну вот. Хоть здесь у нас может что-то получится. Удаляй давай этого Кырвахаля. Клоуна. Чего? Устное предупреждение. Китаец, ты офигел? Это, наверное, он мстит за то, что мы его сборную обыграли. Загой в пенальти бьет и забивает. Вот, 1-1. Ультра-атакующий настрой, в принципе, у нас работает. Единственное, только что с реализацией. Хромает реализация. Не буду вносить изменения для Загоева. Сенсио. Тагана в пике. Рамос. В неожиданной ситуации Серхио Рамос тут учудить мог для нас. Караваев. Ой. Что-то вообще. Как-то вяленько. Рамос. Смолов. Смолов давай. Ну хоть так. Смолов выводит Россию вперед 2-1. Ну вот, хоть Федор Смолов смог что-то сделать. Например, вывести сборную вперед. Рауш. Смолов еще раз.
Еще один момент у Смолова. Давай, блин. Дехе на месте. Могло кому-то получиться, могли бы вообще 3-1 сейчас повести и уйти в выбивание времени. Да и сейчас, наверное, есть смысл уйти в выбивание времени. Потому что у нас сейчас и народ могут удалять тут. Загоев уже на карточке висит. Так, нельзя расслабляться. Лунёв, ты поосторожнее. Строй оборонительный, может быть, сделать. Или оставить. Это атакующий настрой, в принципе, сейчас у нас работает. И работает хорошо. Но мы ведем 2-1, блин, у Испании. Такой крутяк. Крутяк, который может и посыпаться. Не знаю, можно в контратакующий настрой попробовать. Сгонять. Или сдерживающий. Наверное, сдерживающий есть смысл поставить. Тянуть время. Говорит, на удержание. Не знаю. Так, ну нормально. Тут оставлю. Держит мяч. Не знаю, не знаю. Не знаю. Нерешителен я в этой ситуации. Просто раздавить Испанию у нас не получится. Это 100%. Сейчас у нас линия защиты начнет выдыхаться, и все. И полетит все к черту. Ну, давай, наверное, все-таки Ерохина. А, так, какой он смог, Ерохин. Хотя не знаю, сдерживающий. Ладно, давай попробуем сдерживать. Все. Таким образом будем пробовать. Ваша миссия, ребята, не налажать. В типичном стиле национальной сборной России по футболу. Асенсио. Педро. И Ерохин пошел. Карвахаль. Педро. Иньеста. Иско. Марата. Осторожно! Пауза. Давай менять Таранова. Таранов, он уже все. Вместо Таранова Васин выйдет на поле. Можно вообще четвертого защитника даже Ерохина убрать. Или 3-ЦПшника. Я не знаю. Такое. 3-ЦПшника. Нет, давай так. Попробуем сейчас сделать Васина. Опа. Главой.
Педро. Иску вне игры. Ну, хоть так. Россия. Так, кто там у нас очень нервный? У кого нервный тик? Тепов выглядит очень нервным. Того мы тогда и заменим сейчас. Допустим, Чернова. Я думаю, что вместе с ним еще и Джикио. То есть двойная замена сразу. Сейчас момент какой-то у испашек будет. Давай, камон, детка. Чё ты там творишь? Чё-то я не понял смысла этого момента. Что там было? Такого. Ну, такого. Да? Спиликуэта. Иско. Спиликуэта. Васильцев, Ерохин, Кокорин. Асенсио. Мата. Иско. Сенсио. Карвахаль. И все-таки этот гребаный Марата нас достал. Тогда мы сейчас вот как сделаем. Мы вернем наш настрой. Смотрим, что в итоге получится. Все, блин, зеленые. Заразы. Гауш. Высоко. И Дехе выбивает. Карвахаль. Один на один Марата выходил, но с ним, слава богу, справились. Карвахаль. Марата. Асенсио. Квасин справляется с угрозой. Давайте, ребята. Немножко желания. Все, основное время закончилось. Дополнительные таймы нас ждут. Немножко не хватило. Немножко не хватило. Ну ладно. Еще не с командой. Не упустить победу, господа. Все обрели уверенность. Оставлю наш настрой. Не будем уже как какие-то слабаки отсиживаться в обороне. Будем пытаться наступать. А, кстати, а тут четвертая замена в доп. Время реализована? Или нет? Нет, не реализована. Которую тестили на каких-то соревнованиях, я где-то читал на спорте, по-моему. Писали заметку на этот счет. Ну, Лунёв на месте. Кузяев. И все там. Там фигня дальше случилась. Смолов, Ньеста, Спиликуэта, Иско, Сенсио, Марата. Мата. Мата-магата. Иско. Ну и Магата фигнёй тут страдал. Давай, Россия, не подведи. Магата, Иско. Спиликуэта. Чернов. Смолов, Караваев. Там никого. Пике. Спликуэта. Иско. Сенсио.
Лунёв спас. Лунёв спас. Главой. Гауш выпинывает. Смолов на подборе. Караваев. Смолов, беги. Ай, чуть-чуть не хватило. Еста. Иско. На Магату может отдать. Смолов. Фигня. Серхио. Карвахаль. Мата. Еста. Да опять этот Марата. Как он надоел. Лунёв. Магате мы все инструкции выдали против Магаты. Все равно фигня выходит. Но Васильцев в контратаку. Пасуй. Ай. Мне казалось, это момент будет. Это фигня, а не момент. Смею в тактике сделали. И первый тайм дополнительный завершен. У нас тут тотальная усталость у людей, кроме линии защиты. Поэтому у нас что-то дополучается. Так, ну давай начинать такой дополнительный тайм. С Богом. С русским духом. Загоев. Угловой. Может быть, будет момент. Васин! Васин! Гол! Васина! Виктор Васин. Ну что, дубль 2. В сдерживающий настрой пробуем уходить и засушить игру. Васин забивает. Ну вот, а я в него не верил. Я в него все это время не верил. Васин смог пробить Дехею. Фух. Если только сейчас 3-3 не сделают мне. Лунёв спас. В очередной ситуации Лунёв молодцом. И далеко. Не, нифига. Недалеко. Магата. Мата. Сенсио. Опасно было, но Рауш уводит мяч далеко к Смолову. Смолов, давай назад. Ёлки, моталки. Еще момент. Да что-то сегодня моментов в дополнительное время как-то дофига. Чернов. Назад отдай. Лунёв. Ай. Рауш. Сейчас пики успеет. Дехея. Спиликуэта. Иско. Мата. Марата. Карвахаль. Твою дивизию. Марата забивает. Это хет-трик. И нам снова надо идти в нашу фирменную тактику. Поможет ли это, только вопрос. Да, применить тактические изменения после этого гола. Давай, русский дух. Здесь Русью пахнет. Караваев. Смолов. Ну, как так? Это вообще что-то с чем-то. На чё? Мучачо. Пике. Загоев. Смолов. Контратака. Смолов. Назад Кокорину. Ну это фигня. Получилось Кузяев над Загоева. Давай Ерохину. Там Смолов. Ёлки. Момент же мог быть хороший.
Снова ребята наши на подборе, но это сейчас фигня будет. Лунёв. Смолов воздух проиграл. Иско. Да, опять этот Типелла. Как он надоел, этот Марата. Все инструкции против него применены. И хрен там был. Пенальти. Будет пенальти. Ну давай. Дзагоев, Чернов, Новосельцев. Какой Рауш. Да, я думаю, те, кто с пенальти дружат лучше всех. Думаю, те и выйдут. Давай. Пенальти. Лунёв у нас хорошо пенальти отбивает. Так что я думаю, что шансы у нас есть. Сей пенальти. Мата. Нет, тут не угадали мы. Дзагоев. Вайт Дзагоев. Разбегается и забивает. Отлично. Иско бьет. Лунёв взял. Рауш. Рауш забил дубль Нигерии. Давай, братан. Гол. Рауш. Теперь Асенсио. Асенсио попадает. Давай, Кокорин. Не забивал с игры, забей хоть с пенальти. Кокорин бьет. И Дехей берет. Марата. Марата уже хит-трик сделал. Хватит ему сегодня. Хрен там был. Новосельцев. Вай, Ванек. Новосельцев забивает. Пике. Ну, Пике, это не твое дело забивать пенальти. И Лунёв спас. Давай, теперь наш черед. Чернов. Никита Чернов. Если он забивает, Россия побеждает. Ну, давай, боевые 100 грамм, типа. О! Чернов. Давай, Чернов. Гол! Чернов! Мы побеждаем в серии пенальти. Это был боевитый матч. Просто на эмоциях. Крутецкий. Еще круче, чем с Бразилией в 1-8 в прошлом менеджере. Я абсолютно доволен. Абсолютно. Абсолютно этим матчем доволен. Победа по пенальти. И на этом пока все. Сохраняю игру. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся с вами в четвертьфинале. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.